Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видео обзор на чикапай банан. Их здесь 6 штук по 28 грамм. Вот. Так, премиум 2017 года даже. Так, состав. В составе я уже нашла 9 Е добавок. 9 или 10. Честно, точно это не для детей. Ну, по крайней мере, если только покупать, очень-очень редко. Вот, на состав будет фотография в конце ролика. Здесь сейчас вам не очень видно. Вот. Здесь вот про Пушкина что-то. Хотя я сомневаюсь, что в его времена был чикапай. Вот это вот как раз у нас одна из разновидностей чикапай, да? У нас есть еще обыкновенная с красной упаковкой. Шоколадные потом вот появились где-то в районе Нового года, да, 2019 года. И появились, ну, по крайней мере, у нас в России с бананом. Хотя тут написано 17-й год, но они появились относительно недавно у нас. Вот, и давайте ее откроем, попробуем. Вот так они лежат там, по две штучки. Господи, упала. Вот они, 5 штучек. Просто на самом деле я читала отзывы, якобы детям нравится, детям покупают, да, их дают в школу на обед, но, блин, там 9 Е добавок, это же вообще просто кошмар, честно, честно, для меня это кошмар, вот. Я бы, честно, наверное, не купила бы своему ребенку такую чикапай, зная, что там 9 Е добавок. Ну ладно. Давайте ее попробуем. Вот так вот будет выглядеть. Так-то она выглядит с этой стороны. Тоже есть состав на разных языках. Так, а ну да, вот есть на русском. На русском есть. Есть на русском, но видите, она спрятана. Все-таки это, наверное, больше заграничная вкусняшка. Поэтому у нас она и появилась немножечко попозже, да. Потому что я знаю, что у нас очень-очень многого даже нету, что есть за границей. Даже самых известных брендов. Давайте ее откроем. Что-то она неаккуратная какая-то. Батюшки ты мои. Мне так везет, что ли, просто. Сразу с бананом. Запах банана пришел. Или она просто... Она съезжает, кстати. Или она съехала от жары. Или что-то не так в ней. Такая она какая-то это плохо намазанная, как будто здесь шоколадом. Пожалели. Кривая. Давайте ее отрежем. Посмотрим, что у нас внутри. Бананом пахнет, да. Есть аромат банана сразу, как только ее открываешь. Вот так она выглядит внутри. Ну да, в принципе, точно так же, как и здесь. Только здесь на фотографии она ровненькая, а здесь вот... Ну не знаю, ну какая-то она неровная такая. Здесь вот тоже вот особенно видно. Не знаю, насколько я помню, покупала. По-моему, с ними было все в порядке. Ну не знаю. Хотя особо я никогда не разглядывала их, как бы не было до этого дела, но все равно. Давайте ее попробуем.
Да, действительно очень-очень вкусная. Ощущается вкус банана, прям ощущение, как будто она еще такая мягенькая, особенно вот эта вот серединочка мягенькая со вкусом банана. И кажется, что действительно я жую такой мягенький ароматный банан. Как будто даже жую, знаете, банан вместе с шоколадом, с каким-то кусочком хлеба, типа как вот тортик. Вот, довольно очень прям так вкусно мне понравилось. Мягенькое, такое не сухое. То есть, ну, нормальное. Единственное, конечно, шоколада все-таки маловато. Могли бы тут, конечно, полить и побольше шоколада. Снизу вот здесь, кстати, больше шоколада. А здесь вот меньше шоколада. Хотя нарисовано там нормально. Шоколад как будто. Вот, но очень вкусное такое. Его хочется действительно еще и еще. Но вот я добавок это прям вообще очень много. Мне это не понравилось, то, что много я добавок. Давайте я вторую тоже съем. Сейчас, может быть, я еще распробую что-нибудь. Да, действительно, очень-очень вкусно. Особенно вкусно вот эта вот слезинка. Честно говоря, когда я вижу чокопай, мне сразу хочется купить как можно больше их, разделить, оставить вот эти вот беленькие серединки, где-нибудь их, знаете, так разложить в виде какого-нибудь тортика и есть. И есть, и есть, и есть, прямо вот так вот друг за дружкой, друг за дружкой. Просто как какие-то конфетки, не знаю, что-то такое. Почему-то мне всегда хочется так вот именно покупала их раньше, вот именно вот из-за этой вот серединки. Не помню, как она там правильно называется. В комментариях, кто помнит, напишите. В принципе, даже можно дома сделать самим. Вот. На сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики, мои другие обзоры. Также у нас еще очень-очень много обзоров. Также еще у нас обзоры на вот такую вот мастику сахарную. Сейчас я буду делать. Он будет где-то рядышком выйдет. На такие вот шоколадки, кокосовая вафля. И еще там будет очень-очень много интересного, многого вкусненького. Также смотрите наши влоги, как мы с сынком гуляем, путешествуем. Наши путешествия с мужем, как мы на теплоходе отдыхали. Вот, экскурсии, разные другие города смотрите. Вот. Также обязательно пишите комментарии, что вы об этом всем думаете. Нравится ли вам наше путешествие? Мы очень стараемся для вас. Вот. И также обязательно пишите отзывы о вот этих вот чокопайках с бананчиком. Понравились они вам, не понравились вашему ребенку, почему вы их покупаете? Там так много Е-добавок. Вообще, смотрите вы на состав или нет. Вот. Ну, лично вот, в нашем магазине их не особо покупают. Не знаю, где их покупают больше всего. Вот. И всем пока-пока.